подъезде. Че, охуела? Носки! Rich Birds – первая онлайн-игра с выводом реальных денег. Рекламирую уже третий раз. Сначала сам сомневался, зашел проверить, зарегистрировался и вывел с игры уже 9000 рублей. Так что здесь вполне реально заработать. Напомню еще раз, как это работает. Покупайте себе на ферму птиц, продаете снесенные им яйца за серебро, а серебро обмениваете на реальные деньги. Так что не теряйте время зря, ссылка в описании. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Чтобы попасть туда, на колесо обозрения, нам приходится обходить за территорией самого парка, под заборами. Как тебя зовут? Не Света? Не Света. А как? Приятно познакомиться. Пошли. Я себе нашел девушку. Блин, я не слежу уже за твоим годом. Ну вот, надо следить. Все отлично. Ты из Харькова, да? Да ёб твою мать, да. Папарацци. Что-то у тебя в носу такое торчит. А у тебя что вот это? Ну так расскажи себе. Ты что, хипстер? А ты что, Лиля Киш? Здрасте. Да? Ты косишь под Лилю Киш. Зачем? Я ей расскажу. Расскажи. Она тебя зачмырит. А что ты со мной за ручки тогда ходишь? Ты меня взяла. Андрей, вот это на что? Камеру, вот это. Вот не надо, вот это, не надо. Как все хочешь? Ну, конечно. Ну, говори, типа, не надо. Ну, я ж, ты что, я хочу быть в тренде. 21. Я же мастер маникюра. Так, сделаешь мне маникюр? Нет. А что ты мне сделаешь? Ничего не сделаю, потому что ты мне утром хамил. Я так общаюсь. Добавляю черный список, выебываешься, а короче. В смысле, кто? Че, охуела? Уходишь? Ну и пиздуй, не побуває в тебе больше михуй. Все уныло, унылая тусовка. Что ты думаешь? Хочу съебаться, что я думаю. От меня? Нет, не от тебя. Хочется просто уехать домой, потому что намечается какой-то гнилой движ. Пить я не буду. Сестра. Уже сегодня нет. Такая сильная усталость. Еще, блядь, на этом ебаном быке, когда я катался, если так ногу стер, точнее, просто стер, это хуже, чем порезаться или стереть там что-то, просто стер. И она, сука, блядь, печет, сука, смотрите, какая ебала на ноге, и ты ногу ни согнуть, ни разогнуть не можешь, сука, ебаный бык, блядь. Вообще, в Харькове очень круто, я никогда еще нигде не видел, в Украине... Столько аттракционов крутых. Это самый огромный парк с аттракционами, вот именно в Харькове. Все четко, прикольный город, особенно так для туристов, чтобы приехать погулять. Но все равно мне чего-то вот не хватает. Или кого-то. Помните, говорил, что понравилась девочка в белой футболке? Короче, мне все понравилось. Я бы еще вернулся к Анжеле с футболочкой, очень жаль. Иду сейчас к ней. Хотя она маленькая, я ничего не собираюсь сделать плохого. Мне нравится просто общаться с людьми. Иногда. Стоп, стоп. Очень жаль, да, очень жаль написано. Привет, моя хорошая. Знакомьтесь, это Анжела. Угу. Как дела твои? Хорошо. Все, мы тут это... Личное. Так,
только встретился с девочкой, уже подошли ребята, говорят, ты знаешь, сколько ей лет, а ты знаешь, сколько тебе лет, сейчас въебу и так дальше. С одной стороны, это хорошо, но дело в том, что в данной ситуации это недоразумение. Расскажи, что это сейчас было? Я не знаю. Ну это же твои друзья были. Боже, я такая страшная. Да нет, это твои друзья были? Я их знаю, но это не мои друзья. Когда ты с ними гуляла, но это не мои друзья. Вот так вот. Пошли дальше разборки там устраивать. О, началось. Что началось? Давно мы видео не снимали. Так я вообще с вами вообще ничего не снимаю. Вы мне мешаете работать. Почему она делает все как это? Ну, так, как жирные все получаются. Да. Такие, как рыба. Так оно просто растягивает. Я сегодня снимаю влог. Сегодня вместо Андрея буду влог снимать. Представляете, я старше нее на 5 лет. Мартынка, ёбаная скотина, напилось оно, понимаете? Почему, я не знаю, просто напилось оно, понимаете, мне скучно, мне плохо, хреново, и нет никакого вдохновения. Только что говорил, кстати, с Миленой в скайпе, договорились там о встрече, когда она прилетает ко мне в Киев, и так дальше, что хоть настроение появилось какое-то. Сейчас сестра там... подмывается, хочу сильно писать. Сестра! Сестра! Морозится кобыла. В общем, гуляю такое по ночному Харькову. Смотрите, что здесь происходит. Носки, блин! Носки! Продолжайте, продолжайте. Вы не против, что я буду снимать? Да, пожалуйста, да, слушай. Выше, да, все. Да, давай, Катька, давай. Оп, все. Носки, блядь! Угу. На, а что, я одна тут? Да погодь, повиси. Я же не могу так сутки. Давай еще раз. Это все в пол первого ночи. Поставь подвеси. Носки! Ну я же хорошая. Через 2 часа отправления обратно в Киев. Море девушек только что подходили фоткаться. Понравилось там... одна, ой, не одна. Ну, короче, очень понравились. Там такая просто длинноногая была, мулаточка вообще. Убежала, хотел сфоткаться, не успел. Только что куча девушек подходила, если даже, знаете, чувствую каким-то магнитом для девушек. И ко мне подходит, и одна краше другой. Где же вы были раньше, когда я здесь был? Уезжаем, но будет повод вернуться. В общем, пришло время уже уезжать. Скажу, что Харьков, я, знаете, я как ревизор приехал сюда, тут погостевал, посмотрел, что, как, куда. Вот, скажу, что Харьков рекомендую для всех. Приезжайте, здесь очень круто, офигенно. Много развлечений, которых в Киеве я, в принципе, не видел. То есть здесь очень много всяких там аттракционов, всяких там прикольных штук. Люди очень добрые. Я никого не заметил, никого не встретил негативного. Даже те ребята, которые подошли ко мне по поводу девочки 16-летней, ну, все равно это как бы было с добротой все сделано. С их стороны добрый поступок, потому что, ну, в принципе, я бы, возможно, так же поступил. А еще ко мне вот подошли ребята, которые угостили меня мороженкой. Спасибо вам. Еще где-то здесь девочка должна быть. Смотрите, сколько народу меня провожает. Я еще не уехал, но уже хочу вернуться сюда. Вообще не мог ожидать, что полюблю так этот город. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай.